Ребята, всем доброе утро. У нас опять на улице ночью, всю ночь шел дождь, все сыро, мокро, и я не знаю, очень хотелось сегодня пойти на пляж. Ну, посмотрим, все затянуто, посмотрите, сейчас покажу небо, в общем, все затянуто. Так что вот такая у нас погода, скоро приезжает опять моя сестра, тетя Лина с Даной в Сочи, они уезжали в Париж, и сегодня... Ой, сегодня. Нет, наверное, не сегодня, когда они послезавтра выезжают. Послезавтра они выезжают. И опять будут в Сочи на море еще, наверное, месяцок. Потому что что торчать в Санкт-Петербурге. Хотя сейчас в Санкт-Петербурге неделя... В Санкт-Петербурге теплее, чем да, здесь. Да, теплее, чем здесь. Но здесь не холодно, вот я в рубашечке. Не холодно, но все равно неправильно. Там до 30, да. Здесь где-то 27-26. Но постоянно идут дожди, вот в обед, допустим, там не идет дождь, да, но сыро, лужи, и как бы на пляж идти, и можно погулять. Это где? Вот здесь. Ну вот я говорю, да, до 25, до 26, но перемена облачность, тоже дождиком. Не знаю, посмотрим, пойдем мы сегодня на пляж или нет, или может быть опять пойдем просто по набережной погуляем. Просто подышим воздухом морским, посмотрим. Сейчас ждем бабушку, идем с бабушкой по делам. Девчонки дома еще спят, сейчас 8 утра, рано. С бабушкой идем по делам, в поликлинику, там надо обследовать бабушку. А девчонки дома отдыхают еще, спят. Здесь такая большая больница, огромная. Мы уже оказались дома. Посмотрите, папа смотрит. Это что-то где ты смотришь? Тикток. Тикток? Смотрите. Та-да! Кот с варежками и башмачками. Вот это и гривой. Кот. Давайте Макса подстрижем. Давайте мы его тоже на лысо. Хвостик, смотри, тоже такой пушистый. Давайте тоже Макса так подстрижем. Сделаем как бы лысым вот здесь все подстрижем. Так и останем только вот такую посмотри, гриву. Такой... Да, сапожки и хвостик. Кисточку. Давай. И варежки. И хоть линять так сильно не будет. Не, ну это наверное... Посмотри, какой он худой стал. Это, наверное, не будет. Это перс, да? Персидский кот, наверное. Или я не знала, что он какой-то как будто кучерявый. Слушай, ну кот злючий, кажется. Такой серьезный. Да, он такой... Не трогайте меня. Нифига себе, все время. Все, наверное. Мы говорим так более-менее шепотом, потому что Миланка еще не проснулась, спит. А мы тут вот, кто чем занимается? Ну, в телефонах, все в телефонах, конечно же. Ну, а что ж делать, что делать? Так, мы сейчас собираемся за бабушкой. Она в больнице обследование проходила и сейчас позвонила, уже нужно за ней заехать. Я купила вчера себе вот такие брючки с завышенной талией и кофточку. Брючки мне прям понравились, они такие, знаете, такой модный цвет. И вот такая джинсовая кофточка. В общем, мы сейчас уже оделись, сейчас едем за бабушкой, девчонки остаются дома. Девчонки смотрят Ворониных, делают тут что-то, делают. Сытной бумаги, что-то мастерят. Уже мы позавтракали. У нас опять на улице дождик идет. В общем, не знаю, даже сказать, чем заниматься нам сегодня. Вот. И не знаю. Хотелось бы поехать на море, но, по-моему, никак, да, Лик? Чего вы так громко слушаете Воронину? Смотрите тоже. Нет, Лика слушает, кстати. Лика слушает. Она занимается там своими делами и реально слушает Воронина. Я не знаю, чем нам сегодня заниматься, потому что на улице холодно, и на море нам на пляж никак. Только если пойти опять посидеть на лавочке. Только если вот посидеть опять на лавочке возле моря. Купаться, по-моему, никак. Ну, ноги помочить. И все. Да сделайте потише. Ужас, что ж у вас тут творится. Так, девчонки, там, кстати, кукурузу бабушка сварила. Лик, в кастрюле. Берите, кушайте кукурузу. Я думаю, мы минут через 40 будем дома. И, наверное, пойдем погуляем. Не знаю еще куда, но куда-нибудь сходим погуляем. К морю, может быть, да, Ликоль? Прогуляемся. Милаш, к морю пойдем погулять? Ну, да. Ага. А Лика пытается сделать прическу, называется.
же лев! Он же лев! Лёва, мы гулять собираемся. А Лёва никак не соберется. У тебя сейчас такой волос, как будто бы ты подстриглась короткий. Нет, мы подстригались. Да, сейчас. Мы подстригались месяц назад перед отъездом. Но сейчас такой волос короткий почему-то. Пушистый. Потому что он пушистый, я не понимаю, что с ним такое. Что за лев? Ну, сделай, дуля. Не получается. Мне шпильки нужны. А шпилек нет. Мы с него бабушки ночевали. Ну, у тебя же кручено, у меня есть еще кручено. Шпилька это такая, ну такая вот заколочка, в общем. Покажи. А улики была нет. Улики нет, если бы была. А улики есть вот такая с сердечками? Зачем? Какая сердечка? Это вот такая с сердечками, да? Нет, это не сердечками. Ну, шпилечка, я же не знаю, какая. Зачем я сделала лесенку? Мне только мешает лесенка. Ты хотела лесенку, ты мне сказала, я хочу лесенку. Вот теперь она не мешает. Как у тебя, вот мы и сделали лесенку, как у меня. У тебя же утром было все прекрасно. Ну, поди с распущенным. Олик, я знаю как, а сделай распущенное, и вот как ты делаешь такую маленькую загугулинку. Жарко, там на улице ветерок свежо. Я тебе скажу, не прям таки и жарко. Я капризу на сколько я. Ну, это тоже. Ой, шикарно. Вообще замечательно, Олег, замечательно. Молодец. Спокойствие только. Спокойствие, только спокойствие. Мы сейчас хотим зайти еще в Sunlight. Здесь рядышком есть Sunlight. Все нормально, тебя устраивает? Тебя нет, не устраивает? Нет, вот так. Вот так, вот так. Мы идем в Sunlight. Мы идем в Sunlight. И это мы хотим. Ой, смотрите, аккуратно. Тут видите этот. Стоп. Короче. А еще здесь слива падает. Причем падает конкретно слива. В общем, идем в Sunlight. Миланка с бабушкой осталась. Ну, чтобы. Вот смотрите, вот дует ветер. Как идти на пляж? Ну, мы в любом случае. Нет, купаться не будем, но сейчас в любом случае пойдем к морю. И идем в Sunlight. Миланка с бабушкой играется. А чтобы с нами долго не ходила, то она устанет. Мы решили ее. Мы спросили, она сказала, я останусь бабушка, а потом уже пойдем к пляжу. Ого! Это гигантская кукуруза. Ого-го! Да, ну это дикие бананы. Давай, смотри, вон там вот так в разрез. Вот, да, и вот. А я хотел сказать, что это кукуруза. Нет, это банан. Видите? Вот так. Сейчас заедем домой, Вике там нужно кое-что взять, а потом мы идем. Уехали из дома, сейчас заедем домой, возьмем кое-что и поедем домой. Мы у бабушки пока, сейчас едем домой, забежим, и потом пойдем на Светлану на пляж. Миланка, смотрите, достала свои наклеечки, сердечки, какие красивые. Упс. А что, нельзя? А как? А как? А как отъехать? А как отъехать к дому? Интересное кино. А почему стоит полиция? Полиция. 2 километра. И нас не пускают. Это не полиция. Это дорожники делают дорогу. Что это там? Ну, в общем, нас не пускают домой. Милана, как всегда, голубей кормит пирожками. Мы взяли пирожки. Папа, скути начало. С луком и яйцом. Ой, тебе запугадывается. Смотрите, какие волны. Милан, вот еще птички. Ой, Милаш, смотри, вот птичка кушает. Смотрите, какие волны. Доля, они все слетели. Ух ты.
Практически никто не купается. Дети только так. Нет, купаются. Взрослые не купаются, дети купаются. А дети купаются. Ух ты, посмотри, Милан, сколько. Посмотри, Милан. Ты тут всех накормишь пирожками. Ну сейчас еще дам пирожок. У меня еще один есть пирожочек. Ну как пирожок? Вкусно? Держи. Корми птичек. Корми, молодец. Всех птичек. Милан обожает кормить голубей. Все послетались. Ой, так, нам не надо на ноги. Вот это... А сама будешь кушать пирожок? Нет, хочу еще. Еще? Ну давай еще. Бедные такие не кушают. Они голодные, да. Знаешь, как я... Много начинки, да. Посмотри, как они кушают хорошо пирожки. Да еще. Милашка, тут сейчас. Знаешь, напоминаю, когда в озере форель кормят. Ага, держи. Бери птичку вот эту, я легко не кушаю. Ну, покорми. Давай. Есть, вот это. Иди сюда. Давай. Тут столько много начинки. О, мне папа дал. А папа вот целый берет пирожок. Возьми. Я покажу. Милашка, давай тоже покушаешь пирожок. Не хочу. Он бобрив пошел. Ой. Он бобрив пошел. Бобры? Ничего, Милаш, они цепкие. У них такие лапы. Они не упадут, не переживай. Так, все. Дай... Вон Лика сейчас такую попку отдаст, да? Лика, посмотри. Скажи, птичкам тоже нужно кушать. Миланка увидела точно такие же нарукавнички, как мы купили. А еще есть, смотрите, вот такие арбузики. А почем по такие нарукавники? Не на рожка, а сейчас смотри, какой это круг арбузик, да? Красивый? Mm-hmm. О, пончик маленький, как у нас большой. Ой, точно, браслетик. А у вас нет браслетиков? Нет. Точно, Валентина же заказывала браслетик нам. Пойдем, солнышко, еще пройдемся. Ну, такой глядка, только потолкали. Гладкий? Ух ты. Ну, такой глядкий. Что у нас есть? Нет, это не надо, да. Пойдем еще посмотрим. А вот смотри, кепки разные, да? Ух ты, снять подле и какая. Да, блестяще. Пойдем. Мы Миланка в Экспрессе за 55 купили, а здесь за 250 продают такие нарукавники, единорожки. О, Миланка любит, я обожаю. Все вот с пайетками. Тут все рюкзачки. Есть. Ой, Милаш, смотри, а наверху какой рюкзачок. Слол. Ага, а смотри, какой. И тут, да. Красиво, да? Идем дальше. Ну, пойдем дальше, а пойдем. Пойдем. Да, пойдем. Пойдем. Брелочки красивые, да? Милан, ты видишь, вон носочки Сочи. Муточка кусал. Потом тут что-то написано. Это такой голод. Пойдем, солнышко. Милаш, не надо трогать, Милаш. Это мыльные пузыри. У тебя их очень много. Разных. Не надо трогать. Пойдем, Делика с папой. Ой, как у Лики, да? Только у Лики круг, а это сердечко. И здесь голубые перья, а у Лики розовые, да? Как у тебя, да. Пойдем. Так у меня вот такие пляшники с понявкой. Угу. И у понявки белые кольца. Да. И то, чтобы как вам. Нам заказали браслетик, а мы не можем браслетик такой найти, да? Именно такой, да.
Смотрите, вот тут опять лол. Ай, красота какая. Милан, ты посмотри, какие кошечки красивые. Видишь? Ой, какая красота. Опять. Смотри, какие маленькие карточки ледяные. Что? Голубые. А, да. Малепусенькие. Посмотри, для малышей, видишь? Ага. Ну, у меня вот такие пакеточки, да? Рюкзачки, вот да. Не отвлекать меня. Да, вот не отвлекать. Да не отвлекаем, не отвлекаем. Пойдем, солнышко, пойдем. А какое полотенчико красивое с кошечкой. А вот парочка, парочка. Ребята, почему серебристая? Посмотрите, это сумочка такая, да? Ребята, почему серебристая? Хвост русалки. Да, ребята, почему серебристая? Сделаем голубым. Да? Вау. А переверни на другую сторону. А, такая вот тут серебристая, да, такая тоже переливается. Прикольная сумочка, сумочка, да, хвост русалочки. Давайте сделаем серенькую, потому что никто не видит, что это красивая такая. Красота. Вы же никому не скажете? Конечно, мы никому не скажем. Опять брелочки, да? Ой, какая красота, какие они все хорошенькие, да? Красота. Когда я иду на море, я ищу магазин фокусника. Фокусника? А там, ты знаешь, Милан, вот этот, на этом магазинчике написано «Работаю по настроению». И вот уже 3 дня этот магазин не работает. То есть у продавца нет настроения. У папы, мы с папой уже видели, что уже работает? Ну, мы вчера, позавчера были, магазин этот закрыт. Вот такие вот браслеты, а браслеты, которые нам заказали, мы не можем найти с черепом. Пойдем. Сумочка, лол, пойдем. Чемодан. Чемодан, то есть, да, чемодан. Мам, дорого стоит? 500 рублей, пойдем. Дорого, да? Дорого, пойдем. Да. Фитнес для мозга. Только у меня что надо собрать? Буковку М. Или надо буковку М собрать? Лика, тебе что, квадрат? Да. Попробуйте собрать квадратик из 4 деталей. Ну, крутить, вертеть, переворачивать детальки можно. Вот угол, я нашла 90 градусов. Развивает логическое пространственное мышление, зрительную память. Ой, Ланки, смотри, что-то получается, молодец. Только от тебя, ты видишь, надо букву М, вот такую буковку тебе надо. Алике квадрат, папе квадрат. Ну-ка. На тебе там граммчик, чуть-чуть сложновато. О! Я одну сторону собрала. Все детальки, чтобы поместились. Может, у вас перепутаны? Нет. 100%. Одинаковые на квадрате. Пробуй, крути, верти, переворачивай. Базовый уровень в среднем собирается от 2 минут до получаса. Мы за час, да? Видишь, у тебя третья уже неправильно. Она, если ты вот так вот будешь стоять, у тебя же, видишь, большая деталь должна быть. Значит, третья неправильная. Ни у кого не получается. Она по... должна без дырочки быть? Да. Вот у Миланки что-то получается. А у тебя нет. У нее развивает моторику рук и зрительную память. Давай, умничка. Можно собирать около 3000 рублей. Ничего себе. Да умничка, давай, давай. Смотрите, ребенок собрал, а вы никак не можете. Попробуешь еще раз? Молодец, Миланка. Вот это фигня, да? Yes, так. О, Лика собрала. Я ты нет. Лика молодец. Я опять собрала. Молодец, все, пойдемте дальше. Мы зашли в кафе. Посмотрите, какое темное море. Как все. Вы же приехали на Черное море. Понятно, но так все, посмотрите. Затянуло. Яхта плавает. Вид, конечно, очень красивый. Класс. Вид пляжа.
Ой, уже кто-то тарелку разбил. Лик ты, что ли? Нет, Лика здесь. Тарелка там.